Запрещено организация и проведение массовых купаний в день празднования религиозного праздника Крещения Господня на территории всей Кустанайской области. Данная мера принята только в целях профилактики возникновения заболеваний. При проведении таких праздников, как правило, собирается значительное количество людей, организуются какие-то чаепития, что увеличивает риск заболевания и заражения людей друг от друга.